Иногда возникает срочная необходимость в деньгах. Если не беспокоить друзей или близких, как это можно решить с банком? Для таких случаев у нас есть несколько решений. И какое именно подойдет лично вам, зависит от вашей ситуации. Если каждый раз, когда приближается день зарплаты, и вы затягиваете пояс, потому что не хватает, как всегда, совсем немного, вам лучше всего подойдет овердрафт на зарплатную карту. Это средства, которые всегда с вами на всякий случай. Воспользоваться ими вы можете, либо снимая наличные, либо расплачиваться картой. При этом вы не платите за то время, когда не пользуетесь деньгами. Если же вам вдруг понадобились деньги, например, на горячую путевку или лечение, можно воспользоваться зеленым кредитом от Укрсибанка. Это средства, которые выдаются наличными всего за 30 минут с суммой до 20 тысяч гривен и на срок до 2 лет. При этом вы можете потратить их как угодно на личные нужды и вернуть раньше срока, не оплачивая при этом комиссий или дополнительных штрафов. Укрсибанк, BNP Paribas Group.